Девушка из Нового Уренгоя выиграла миллион на одной из заправок города. Не верите в такие чудеса? Они правда случаются. Дарья участвовала в акции, которую проводит сеть АЗС «Газпромнефть». Победителя объявляли онлайн. За трансляцией следили десятки тысяч человек по всей России. Вел ее известный комик Антон Шестун. Он и помог победительнице забрать приз на заправке на Южной магистрали. Привет. Это что, я говорю с миллионером? Да. Здравствуйте, здравствуйте. Я не был в Новом Уренгое ни разу. А что там? Вот так вот. Я понял. Ну смотри, чтобы получить этот миллион, все, что тебе нужно сделать, это подойти к кассе, сказать «миллионер». И все. Если они на тебя странно посмотрят, не обращай внимания. Ого! Это твой чемодан, Даш. Твой чемодан. В комментариях и под постом с объявлением победителя и в наших новоуренгойских соцсетях появились вопросы и сомнения. Правда ли есть такая Дарья из Нового Уренгоя, которая выиграла миллион? Отвечаем всем недоверчивым. Есть, и мы с ней встретились. Мне вообще позвонили, говорят: здравствуйте, вы являетесь претендентом на выигрыш. Я думаю, ну очередные мошенники, сейчас как всегда что-нибудь туда отправьте, туда пришлите. Это дня, наверное, 4-5 это так было. То есть от того, как меня назвали претендентом, и как объявили уже, что я победитель. Я не верила вообще до тех пор, пока я эти деньги не увидела. Даже когда сказали, что вы выиграли, на самом деле ощущения не было абсолютно. Пока, то есть я воочию не увидела эти деньги, я не верила до последнего. Да и до сих пор, в принципе, есть какая-то доля сомнения, хоть и деньги уже на руках. Дарья участвовала в акции «Маршрут к миллиону». Для этого нужно заправляться именно на АЗС «Газпромнефть», а еще зарегистрироваться для участия в акции по специальной ссылке. Машина у Дарьи большая, ездит часто, заправляется регулярно. А вот зарегистрировалась на розыгрыш случайно. Мне вылетает в приложении уведомление: участвуйте в акции, проверьте свою регистрацию. Думаю, господи, сейчас зарегистрируюсь, лишь бы уже не приходили эти уведомления, и забыла вообще об этом. Я обычный человек, то есть не каких-то там, как писали, где туда у нее там родственники, да еще что-то. Ну, в основном так всегда пишут про тех, кто где-то выигрывает. Нет, я абсолютно обычный человек, абсолютно работник, специалист в предприятии, все. То есть никаких-то волосатых лап у меня там нет. Неожиданный выигрыш Дарья с семьей планирует потратить на ремонт в квартире. Задумки такие уже были, и теперь их точно можно реализовать. Юлия Димитрадзе, Алексей Емелев, телерадиокомпания «Сигма» для «Нур-24».